очередной автомобиль готов к выдаче. И, в принципе, здесь, наверное, из интересного, это был алюминиевый капот. Его не меняли, а именно восстанавливали. Давайте посмотрим отражение. Вот, поймали окно и смотрим. Ровное отражение, напоминаю, именно острый угол. То есть не в лоб, когда смотрится, а в острый угол. Дальше, следующий критерий качества — это шагрень. Нужно, чтобы шагрень походила на заводскую. Крыло меняли, окрашенная дверь, заводской окрас. Что же мы видим? Блеск одинаковый, шагренька тоже одинаковая.